Дежурная служба МЧС Ленинского района, чем вам помочь? Добрый, что случилось у вас? Какой адрес? Деревня Бракова, дом 73. Скажите, в доме есть люди? Хорошо, ваша фамилия, имя, отчество? Петренко Иван Иванович, хорошо. Машины выезжают. Павлова 83, Сосновка 89, Жировичи 4. Выезжаем. Деревячинский сельский совет, деревня Бракова, дом 73. Загорание жилого дома. В доме находится человек. Июля отмечается День пожарной службы Республики Беларусь. Уже на протяжении 164 лет доблестные и отважные сотрудники МЧС спасают миллионы жизней и ликвидируют сотни пожаров. Накануне праздника нам посчастливилось провести один день в историческом здании, где сегодня располагается пожарная аварийно-спасательная часть номер 1 города Слонима. Наверняка многие хотели бы узнать, чем занимаются пожарные и за что они получают деньги. На все эти и другие вопросы мы постараемся сегодня ответить. Итак, начнем. В самом начале трудового дня происходит так называемая пересменка. Сегодня ровно в 8 часов утра к работе приступила третья смена. Каждый день до обеда у сотрудников МЧС проходят учебные занятия. Нам удалось побывать на одном из них. В день съемок наши герои отрабатывали технику спасения утопающих на воде. Начали с самого простого. На втором этапе учения в ход пошла спасательная доска. И в конце группа спасения на воде прибегла к крайним мерам, использовала моторную лодку.
Глядя на учения со стороны, можно смело сказать, у наших ребят прекрасная подготовка. Они смелые и находчивые. Поэтому люди могут спокойно доверять им свою жизнь. Ну, сегодня вам удалось, наверное, поприсутствовать на занятиях нашей группы спасения на воде. Что это за служба? Создана она у нас в 2013 году, оборудована на данный момент сегодня и лодкой с мотором, и костюмами для спасения людей на воде. Вот. Эта служба создана у нас для того, чтобы при ликвидации различных чрезвычайных ситуаций на воде, то есть и в зимнее, и в летнее время. У нас уже даже был положительный опыт. На реке Щара в декабре месяце тонул мужчина, провалился подлет при выезде нашей группы. Он был успешно спасен, передан медикам и, к счастью, живет в здравии по сегодняшний день. Недавно у нас был и случай оказания помощи нами человеку, который в ночное время заблудился на байдарке на водохранилище Альбертин. В ночное время выезжала наша группа, использовали лодку. Вот. В течение там нескольких часов искали мужчину в камышах. Ну, в итоге нашли, то же самое передали медикам. То есть, к чему я это все веду, что на данный момент, поприсутствовав сегодня на этих занятиях, вы увидели, что отработка всех элементов спасения на воде, она уже имеет место положительного опыта у нас в городе Слонями, в его районе. Пока мы находились на озере, сотрудники успели за короткий срок ликвидировать гнездо шершней. Ведь главное в их работе – это оперативность. Только поступил вызов, пожарные как можно быстрее мчатся к их боевым помощникам – пожарным машинам. Поподробнее об оснащении части техникой расскажет человек, который уже не один год работает с ней и изучил полностью характеристику всех машин. Начальник первой пожарной аварийно-спасательной части номер один Ничингер Руслан. Ну, в первой части у нас в расчете стоит три автомобиля. Один из них, вы видите, автомобиль, автолестница АЛ-30. Она нужна для спасения людей с высоты. Выдвигается на высоту 9 этажа. То есть, ну, преобладающая высота зданий у нас в городе 30 метров, грубо говоря, 9 этажей. Поэтому эта лестница с любого этажа здания в нашем городе может спокойно помочь спасти человека. То есть, используется она у нас регулярно. Вот, выезжает на ней только один человек, водитель, который, в принципе, и способен на ней работать. Значит, две другие автомобили, ну, я расскажу на примере этой. У нас две одинаковые машины, это на базе МАЗа, так называемые машины среднего типа. То есть на них одновременно вывозится 5 тонн воды, вот, которые, в принципе, нам позволяют спокойно работать определенное время без постановки автомобиля на водоисточник. Ну, на этом автомобиле выезжает у нас расчет из 7 человек. Вот. На этом автомобиле есть все. То есть и аппарат на сжатом воздухе, и аварийно-спасательный инструмент. То есть, в принципе, выезжая на этом автомобиле, мы можем и тушить пожары, и ликвидировать аварии. Дорожно-транспортное. Здесь же есть оборудование и для химиков, и для альпинистов. То есть, в принципе, вот две эти машины, на каждой из которых, как я говорил, выезжает по 7 человек, могут обеспечить работу, в принципе, любого подразделения. Они, в принципе, очень быстрые машины, поэтому в кратчайшее время максимальная скорость у них 100 километров. Ну, представьте, машина, которая весит 18 тонн, едет на пожар со скоростью до 100 километров, она приезжает быстро. Ну, вот один из примеров, что мы вывозим на своей машине, это вот гидравлический инструмент Халматра, который нам позволяет при ДТП работать, либо когда произошло разрушение какого-либо здания, мы можем поднимать плиты, резать, вырезать. Бензопила, вот это водяная арматура, то есть стволы, то оборудование, через которое мы подаем воду. Ну, в принципе, на этом примере можно открыть другой отсек и показать аппараты на сжатом воздухе. Вот, в кабине боевого расчета у нас находятся аппараты на сжатом воздухе. То есть они нужны для того, чтобы люди, когда непригодная дыхание среда, то есть дым, яд, они одевают аппараты и в районе 40 минут могут работать, дыша воздухом, который находится в этих аппаратах. Вот здесь выезжает у нас боевой расчет. Вот, и помещение это называется, грубо говоря, кабина боевого расчета. Вот, в данном отсеке у нас вводятся пожарные рукава. Они бывают нескольких видов.
Ну, например, данные вот рукава, они нужны для подачи гнетущего вещества, в частности воды, на тушение пожара. Они бывают трех диаметров, ну и, соответственно, каждый имеет свое назначение. Одни нужны для того, чтобы ложить магистральную линию, а вторые уже нужны для того, чтобы к ним подключать стволы. Вот. Количество рукавов у нас достаточное. Мы можем в районе 300 метров спокойненько от машины до места пожара прокладывать рукава. То есть расстояние не маленькое. Есть у нас в расчете автомобиль, который может на расстоянии 2 километров обеспечить. Вот. Ну, к сожалению, мы сейчас его не увидим. Их работа и опасна, и трудна. Без сомнения, скажет каждый взрослый и ребенок. Если характеризовать сотрудников МЧС, на первое место выйдут такие качества, как отвага и бесстрашие. Например, горит квартира. Вы бы смогли рискнуть своей жизнью, забраться на высоту 9-го этажа, спасти людей, потушить пожар и спокойно, с чувством выполненного долга, вернуться в часть. А они могут. Один из работников согласился забраться наверх и снять наш слоним с высоты птичьего полета. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты. А теперь предлагаю поближе познакомиться с молодым спасателем Евгением Змурщиком. Сколько ты уже работаешь в МЧС? 9 лет, плюс-минус пару месяцев. И расскажи, как тебе вообще работается? Нормально работается, иногда сложно, иногда легко. Все зависит от граждан, которые палят костры, и как они пользуются огнем. Если тихо, то спокойно проводим занятия. Вы сегодня участвовали в них, видели. Вот. Но если вызов, приходится поработать. Так нормально. А можешь вспомнить свой самый интересный вызов? Самый интересный? Ну, это, наверное, труба на КПФ у нас. Коммунально-прядильной фабрике упала от сильного ветра. И проводились очистные работы, ну, расчистка помещений, зданий. А ты не считаешь эту работу опасной? Конечно, считаю. Зато и, наверное, она и ценится, что она очень опасная работа. И как бы такое доверие граждан видят нас, и на душе им легче становится, что ли. А ты можешь себя назвать рисковым человеком? Ой, тут все рисковые, с одной стороны. Но, как говорится, глупости и риск рядом ходят, поэтому тут главное не ошибиться. А так, да. Не зря пасть номер один является первой. Ведь именно на плечи ее сотрудников ложатся самые сложные и ответственные задания. Ну, вообще, если в общем рассказать о нашем подразделении, на сегодняшний момент пожарная спасательная часть номер один не зря называется первой, потому что мы являемся самым большим подразделением пожарной службы в городе, в районе. Мы имеем у себя самый большой штат техники, выполняем, в принципе, все задачи, которые сегодня стоят перед всем министерством. То есть у нас созданы три службы. Это химико-радиационная защита, группа спасения в воде и отделение спасения на высотах. Вот. Помимо этого, мы, помимо тушения пожаров, осуществляем различные выезды и на демеркуризацию, то есть сбор ртути, и на ликвидацию гнезд шершней, и спасение на воде, и зачастую мы оказываем помощь при необходимости использования альпинистского оборудования. Ну, коллектив у нас, соответственно, самый опытный, самый, можно сказать, лучший. И вот, поэтому дежурят у нас в каждом дежурной смене от 13 до 14 человек. На дежурстве у нас находятся две автомобильные цистерны и одна автолестница. Ну и плюс, и при необходимости, при выезде, допустим, на ликвидацию дорожно-транспортного происшествия, у нас выезжает автомобиль быстрого реагирования, в оснащении которого сегодня имеется все необходимое для разборки любой конструкции, любой аварии, то есть различные гидравлические инструменты и бензорезы, бензопилы. То есть на данный момент мы можем сделать фактически все, то есть для того, чтобы спасти жизнь человеку. Вот. Ну и, соответственно, помимо этого, наша часть ведет очень активную пропагандистскую деятельность. В течение летнего периода к нам очень часто приходят экскурсии садиков со школ. Вот.
Мы постоянно осуществляем показ техники, оборудования. Очень любят к нам приходить дети. Поэтому, ну, на самом деле, то есть обширный спектр у нас в нашей жизни. В конце мы бы хотели поздравить всех сотрудников МЧС с Днем пожарной службы. Пусть поводов для работы будет меньше, спасенных жизней больше, смелости, отваги, терпения, силы, спокойствия. Спасибо вам за самоотверженный труд, скромность, героизм, благородство. Желаем здоровья, долгих лет жизни, счастья и, конечно же, крепости духа.